В греческом городе Салоники прошел чемпионат мира среди юниоров по самбо, в котором в составе сборной республики принимал участие темиртауский борец Никита Азаров. С каждым годом число участников чемпионата мира возрастает. В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из 30 стран мира. Наш борец провел 5 схваток весовой категории до 87 килограммов. В этом году вот жребий свел так, что первая схватка была очень трудная с белорусом, которую он выиграл с незначительным преимуществом, в 1 балл всего, 2-3. Ну, ничего, дальше было проще. Борец Нидерландов попроще оказался. И вот тяжелая схватка была еще за выход в финал с грузинским спортсменом. И в финале с россиянином, где мы проиграли собственным коньком. Он очень хорошо борется в партере, и проиграли в партере болевым на руку. Ну что, есть время, есть стимул, будем готовиться к следующему чемпионату мира. Если тренер считает, что некоторые схватки были не столь сложными для спортсмена, то у Никиты на этот счет есть свое мнение. Ну, это чемпионат мира, все-таки уровень, там не было легких схваток. Каждая схватка, она была как финальная. Первая схватка очень тяжелая, так как нужно продержаться. Вторая, третья, четвертая схватка за выход в финал, которая тоже зависит, за какую именно медаль ты будешь бороться. Ну и, конечно, финальная схватка также очень тяжелая. В прошлом году Никита стал чемпионом мира в этом виде спорта. В этом году серебряным призером. Чего же не хватило спортсмену для победы? Ну, как я вот сказал же, именно тактическая ошибка, может быть. Проиграл захват. Не смог перестроиться вовремя. Ну, это спорт, из-за даже какой-то мелочи может все пойти не так, как планируешь. А так, конечно, настраивался на золотую медаль, хотел, жал, но не получилось. Никита думает о тактическом проигрыше, а у тренера свое мнение о том, чего же все-таки ему не хватило. Опыта. Очень мало у нас соревнований. Все связано с финансированием, нет поездок. Если бы мы в свое время или ребята старшие ездили много по всей стране, то сейчас очень мало участвуем в соревнованиях. И в соревнованиях именно по самбо. Международных стартов очень мало. У него не было ни одного международного старта. Он вот от мира до мира. Мы здесь участвуем в чемпионате Казахстана, выигрываем, едем на мир. И только там встречаемся с другими спортсменами, с другими борцами с других стран. Сейчас спортсмен готовится к очередному чемпионату Казахстана. В его планах попадание в состав сборной республики и участие на соревнованиях мирового масштаба.